В муниципалитетах Краснодарского края, в том числе и в Северском районе, проходят командно-штабные учения. 12 апреля у здания администрации Северского сельского поселения провели смотр сил и средств экстренных служб. С приветственным словом к участникам учения обратился глава района Андрей Дорошевский. Такие учения у нас не первый раз проходят. За эти 3 дня мы максимально должны будем отработать поставленные цели и задачи, связанные с половодьем и пожаротушением на нашей территории. Прошу всех отнестись с максимальной серьезностью и отработать данный вопрос. Спасибо. К учениям привлечены пожарные, аварийно-спасательный отряд, газовая служба, казаки, сотрудники поселенческой администрации, медицинские работники и полиция. Именно они обеспечивают безопасность граждан во время ЧС. Андрей Дорошевский лично проверил оснащение служб. Чем оснащена бригада? Расскажите. Инструменты, гравлический инструмент, оказание первой помощи, носилки. Все необходимое для первоочередных работ по выполнению АСР, связанных с техногенной угрозой, все имеется. Муниципальному аварийно-спасательному отряду глава района пообещал в ближайшее время приобрести квадрокоптер для поисковых работ. Для облегчения поиска граждан, потерявшихся, и для обнаружения своевременно возгораний, мы вам в ближайшее время приобретаем квадрокоптер. Учения проводятся 3 дня. За это время специалисты проверят свою готовность к чрезвычайным ситуациям.